В интернете появилось видео, на котором грузчик сочинского аэропорта швыряет чемоданы в отсек, не заботясь об их сохранности. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Red Wings. Это рейс 126, направлявшийся в Москву. Ролик вызвал массовое возмущение. Как стало известно сегодня, грузчик понес наказание. Правда, какое именно, неизвестно. В компании уточнили, что инцидент произошел в конце июля. Когда компания узнала о нем, было организовано служебное расследование. Аэропорт принес извинения пассажирам.